Товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Короче, не сейчас давай. Представление. Приходите снова, мы вам рады. Обязательно посетите нас еще. Мы ожидаем новую партию удивительных роботов для вашего увеселения. Следующее представление будет еще интереснее. Ожидайте продолжения через год. Я вижу, что вам понравилось у нас настолько, что вы не торопитесь уходить. Чтобы купить клеп, пройдите через поезд пассу. Посетите букет, пройдите в ванну. Вы ничего не забыли в гардеробе. Проведите в плавярную комнату. Покинь это место! Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему прибытию все готово. Бегу со всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобилем. На поверхности произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами. Мутантами. А, култышами. Учту, это все... Вопрос. Филатова здесь не было. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова золотых колец? Два кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне. Нет, не было у него с собой ничего. Колец. Я регистрирую еще больше вражеских сигнатур, майор. Привязывайтесь в серьезный бой. Оперативно ты. Да. Добрался я до него. Или он сам до себя добрался, прежде чем я до него добрался. Ты чего, внучок? Раз голова его у тебя, стало быть, скоро все это закончится. Ты не мечтаю об этом повысить. Ты не против, если я забью? Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Thank you.
Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы об бета-коннекторах? Потому что недействующие в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после записи? Особенно коллектив после записи. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, его просто не будет существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри, ибо его для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в череп.
сам напросился.
Это не полигон, вход всегда какой-то свинарник. Вынужден отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулярной линии, которая в данный момент, как вы заметили, не работает. Тоже мне. Метро. Свинарники — это дополнительные секретные входы для таких, как вы, товарищ майор. Знаешь что? Ничего. Идем уже. Thank you.